Это завтрак для детей, изготовлен в России в упаковке из картона, где есть вся информация на нескольких языках, и потом пластик. Цена довольно высокая, вкус приятный, без приторности, структура хрустящая, цвета колечек розовый, желтый и коричневый. Тропических фруктов я тут не заметил, но приятный запах клубники, как ни странно, яблоко присутствует. Крошек нет, хрустящие. Молоки в массу однородную не превращаются. То есть есть очень приятно, питательно, и можно иногда себя или ребенка побаловать. Есть раскраска на обратной стороне упаковки, что может понравиться. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Ну что, как захотите. Спасибо за внимание. Ждите новые обзоры, интересные и не очень, как выйдет. Всем желаю приятного аппетита. Это